Он верит в своих игроков. Состав команды гостей. Построение 4-3-3, очень гибкая схема, но в любом случае нужны очень сильные крайние футболисты. Игра началась. Смотрим. Де Росси. Антонио Кондрево. Адам Лалан. Тео Уолк. Какой хороший перехват. Прерывает опасную передачу защиты. Стефан Эль-Шаарави. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Стефан Эль-Шаарави. В ситуации защитник и перехватил эту передачу. Отличный удар. Хороший сейв. С реакцией все у кипера в порядке. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Вот это спасение. Забивать можно. В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе. Выходит голкипер, ловит мяч и, в принципе, может сразу начинать атаку. Поторопился вратарь. В таких ситуациях надо играть понадежнее. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Елини выбивает в поле мяч. Стефан Эль-Шаарави. Опасно! Забрал мяч в прыжке. Молодец. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Кехи. Защитник выбил мяч, надежно сыграл. Отличный кросс! Мяч ушел в аут. Эммануэле Джакирини. Де Росси. Главное, без нарушений. Марко Паро. Антонио Кондрево. Поторопился игрок с рывком. Вне игры фиксирует. Отличная была возможность для результативной атаки, но арбитр поднял флажок и зафиксировал положение вне игры. Это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч в руку. Крис Смолин. Адам Лалан. Пере...
пересек мяч боковую линию. Лейтон Бейнс. Очередной аут. Адам Лалан. Мяч потерян. На нем висел защитник и не смог он оставить мяч в игре. Будет аут. Марко Пароло. Стефан Эль-Шаарани. Защитник надежно сыграл и пройти не дал. Аут для своей команды заработал. Такой сейф можно бесконечно смотреть. Потрясающая игра голкипера. Чиро Иммобили. Антонио Кондрево. Крис Смолин. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Бездарная передача. Мяч покидает пределы поля. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Без всякой паузы мяч возвращен в игру. Навес. Свисток промолчал, значит, можно продолжать. Даниэль Де Росси. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. Тут просто подарили мяч соперник. Если бы прошел этот пас, было бы очень опасно. Но защитник не подвел. Марко Пароло. Крис Смолин. Антонио Кондрево. Благодаря стараниям защитник этот пас на фланге не прошел. Адам Лалан. Навес. Отличный удар. Мяч в воротах. И это гол. Один-ноль. Сейчас будет веселее. 2 минуты. Ищут они разные варианты для атаки. Даниэль Де Росси. Он бьет. Так и нужно играть в обороне. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Один ноль после. Судья дает свисток к началу второго тайма на арене Ювентус. Неплохая была по задумке передача, однако точности не хватило. Марко Пароло. Антонио Кондрево. Спас от своих. Блестящий сын. Марко Пароло. Потеря. Все, в оборону. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме. Так ведь? В общем-то, именно его гол, вот этот гол в концовке первого тайма, все изменит. Соперника здорово подкосил, по-моему. Так что вопросов тут никаких. Играет он сегодня очень ярко. А теперь есть возможность провести контратаку.
Хотели они провести быструю атаку, но сами потеряли мяч. Теперь надо обороняться. Гери Кехин. Опасно! Ну-ка, накажите их за такую неосторожность. Какой шанс! Вот это спасение! Это угловой. Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Гарри Кейн. Даниэле де Росси. Де Росси. Можно играть дальше, считает арбитр. Аут. Эммануэле Джакирини. Стефан Эль-Шаарави. Грамотный пас, все по делу. Прекрасная передача. А? Фантастика! Гол со второго этажа. Равенство на табло 1-1. Выигрывает борьбу защитника. Мяч потерян. Эммануэле Джакирини. Навешивать надо. Оставляет защитника в дураках. После... А там мяч отскакивает, забивай! Тренер решил сделать двойную замену, выпуская двух свежих футболистов. Пересек мяч в боковую линию. Уэйн Руни. Может быть опасно. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Отличный удар. Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Ходят они вперед в счете. Ну, теперь все скажут, какое у тренера чутье. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Руни. Андреа Барзани. Плохо сыграно, мяч потерян. Гарри Кейн. Главное без нарушений.
Вот это удар! Ну и, в принципе, конечно, должен был забивать, но упустил шикарный шанс увеличить перевес своей команды до 2 мячей. Ничего страшного-то в итоге не произошло, но все-таки такими моментами разбрасываться, наверное, нельзя. Спасибо! Отличный пас, сказал соперник. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. На этом атака окончена, офсайд. 83-я минута матча. Кехи. Руни. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Уэйн Руни. Ударище просто. И справляется вратарь с этим ударом. Отличный момент. Но оборона на высоте. Это угловой удар. Под контролем. Быстро надо вводить мяч в игру. Времени до конца матча. Всего ничего. Сколько времени добавлено? 3 минуты. Как он обращается с мячом? Вы только посмотрите. Опасный момент, надо забивать. И как опасно пробил. Опасно, гол! Если говорят, когда, что вратарь половина команды, то это не про наш случай. Сегодня совершенно все наоборот. Если это и половина, то сегодня явно не лучше. Уже 4 гола в этой встрече забито, 3-1. Удар. Блокирует он удар соперника. Самоотверженно сыгран. И тут может быть опасный момент. Стефан, как обидно, от вратаря рикошетом в сетку. И надо не смотреть на табло, а немедленно мчаться вперед, забивать еще один мяч, потому что можно еще спасти игру. Действительно, можно. Закончен матч. Жаль. 3-2. Очень важная победа, очень важные 3 очка. Теперь можно на равных пободаться с лидером. Ну, прямо скажем, посредственная игра в его исполнении сегодня. Ну, что тут еще скажешь? Замечательное настроение.